Чего ждать украинцам от другой кабминовской новации – пенсионной реформы? Об этом говорила сегодня нардеп Наталья Королевская на встрече с представителями Харьковского областного комитета участников войны, ветеранами Чернобыля и людьми с ограниченными возможностями. Королевская уверена, что пенсионные инициативы правительства не слишком удачны, и чтобы их доработать, необходимо учесть многие факторы. К сожалению, то, что они предлагают, это приведет, по большому счету, к ликвидации, как таковой, социальной, солидарной системы пенсионного обеспечения в Украине. Цель, которую они перед собой поставили, это лишить людей права выхода на пенсию и вместо пенсии платить социальную подачку, ну, чтобы человек просто там не умер с голоду. Никакой сегодня системы социальной защиты, гарантии, солидарная система, система второго уровня правительство не предлагает. Поэтому мы категорически против пенсионной реформы.